Видео подготовлено онлайн-гдз.нет. Задание номер 8.14. Найдите значение линейной функции при данном значении аргумента. Пример А. Y равно 5x плюс 6 при x равно минус 1. А. Подставляем значение x вместо x минус 1 в выражение и получаем y равно 5 умноженное на минус 1 плюс 6 равно минус 5 плюс 6 равно 1. Пример Б. Y равно 7x минус 8 при x равно 0. Y равно 7 умноженное на 0 минус 8 равно минус 8. Пример В. Y равно 12x плюс 1 при x равно 3. Y равно 12 на 3 плюс 1 равно 36 плюс 1 – 37. И пример Г. Y равно 9x минус 7 при x равно минус 2. 9 на минус 2 минус 7 равно 9 у минус 2 – это будет минус 18 минус 7 равно минус 25. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, а если у вас есть вопросы, подписывайтесь на наш канал и социальные сети. Ссылки найдете в описании.